Друзья, ну а сейчас хотелось бы рассказать о своем новом помощнике, вот о таком мотокультиваторе от компании Hüther. Мотокультиватор оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 7 лошадиных сил. Для начала работы требуется залить масло. Рекомендуемая вязкость моторного масла 10W40, а также залить масло в воздушный фильтр по метке. На мотокультиваторе предусмотрена одна скорость назад и одна вперед. А также здесь находится ручка газа. Сам руль крепится на двух гайках-барашках, которые можно снять для удобства транспортировки. Здесь у нас расположен сошник, который регулируется по высоте. Для большего удобства приварил к болту шпильку. Имеются транспортировочные колеса, которые убираются вот таким образом. Редуктор культиватора поставляется заправленным смазкой типа литол. После 200 часов работы необходимо добавить 80 грамм аналогичной смазки через специальное отверстие. Диаметр фрез составляет 30 сантиметров и крепятся они вот таким вот образом. Ширина обработки 90 сантиметров. Для удобства работы можно использовать одну секцию, две или три секции фрез. Ну а теперь посмотрим наш культиватор в работе. Как видим, с работой справляется на ура, хотя земля и твердая. Также не забываем отрегулировать сошник, ведь от него зависит глубина вспашки, а правильная глубина культивации снизит рабочую нагрузку на механизмы. Друзья, ну и подведем итог. Буквально за считанные минуты мы скультивировали вот такой небольшой участок земли при помощи мотокультиватора Hüther. Также хотелось поделиться с вами промокодом «Дачный умелец», который действует до 31 мая и дает 10% скидку на садовую технику на официальном сайте Hüther, который не суммирует с другими акциями. Ну а мы продолжаем. We'll be right back.